9 декабря 47-й регион праздновал День герба, флага и гимна Ленинградской области. Этот праздничный день закреплен в областном законе. Для всех жителей это повод проникнуться чувством патриотизма и гордости. В Кингисеппе по традиции активисты собрались у торгового центра «Норд». Сегодня день гимна, герба и флага Ленинградской области, с чем мы вас всех поздравляем. От имени комитета по молодежной политике Ленинградской области и правительства Ленинградской области. Сегодня мы с вами попробуем спеть гимн Ленинградской области. Герб Ленинградской области представляет собой изображение серебряного якоря на геральдическом щите, пересеченного золотым ключом на голубом поле. В верхней части серебряная зубчатая стена на красном фоне. Флаг Ленинградской области наряду с гербом – основной символ государственной власти. Он отображает исторический и правовой статус региона как субъекта Российской Федерации. На прямоугольном полотнище расположено белое поле. В центре – герб Ленинградской области. В нижней части флага по всей длине – красная и голубая полосы волной. Гимн Ленинградской области разработали по инициативе губернатора Александра Дрозденко буквально в прошлом году и приняли его народным голосованием. Его слова отражают величие, душу и сущность ленинградской земли. С 15 до 16 часов он прозвучал во всех районах региона. Здесь горели костры партизанские, когда шел над Невой страшный бой. Беззаветные судьбы солдатские закрывали отчизну собой. Мы познали беду необъятную и великой победы подъем. Служение у династий российских творцов. Петербург окружен ожерельем сельских парков, усадеб, дворцов. Людям выпала доля тревожная, но могуча талантов река. Слався край музыкантов, художников, тебя воспевать на века.